Итак, Сабина, я щелкаю пальцами, вы закрываете глаза. И после этого мысленно считайте, сколько раз я к вам прикоснусь. Когда я спрошу, сколько прикосновений вы чувствовали с закрытыми глазами, Сабина, в микрофон, ответите на мой вопрос. Но ждите вопроса. Вы все будете свидетелями того, что произойдет на самом деле. Это значило закрыть глаза. Самое главное не подглядывать, потому что иначе иллюзия просто потеряет весь смысл. Так, глаза закрыты, Сабина, в микрофон. Вы что-нибудь чувствовали, да или нет? Да. Что вы чувствовали? Два прикосновения. Спасибо. Глаза закрыты. Глаза закрыты. Сабина, еще раз. Покажите то место, куда вы чувствовали прикосновение. Сюда. Спасибо. Открывайте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. Задача та же. Я щелкаю пальцами. Закрывайте глаза. Концентрируйтесь на ощущениях. Это значило закрыть глаза. Спасибо. Хорошо, ну можно соврать, если что, просто. Сабина, где было прикосновение? Вот здесь. Первый раз, а потом? На губах. На губах. Сабина, правая рука перед собой в кулаке. Все внимание на куколку и на Сабину. Глаза можно открыть. Движение внутри руки, переверните кулак, раскройте его. Загляните внутрь, покажите всем, это пепел. Вправо, влево. Громкий аплодисмент только для Сабины. Давайте уже я сделаю тост в честь молодых. Илюш, Катя, я вот хоть с вами не совсем долго соприкасаюсь и знаком, но каждый раз, встречаясь с вами, это какой-то драйв такой вот. Причем у вас такая идет компенсация, у тебя такая безбашенность, да, легкость, а у Ильи разумность. Он более такой прагматичен. И вот это здоровский баланс, потому что вы друг с другом сможете очень далеко пойти вперед. Я желаю вам, чтобы сегодняшний день, который становится началом ваших отношений официальных, да, это начало вашей совместной истории, уже которая закреплена государственным образом. Если сравнить это с тем, как мы пишем, да, то мы сначала берем листок бумаги, ручку. Ручку ставим на бумагу, образуется точка. Из точки – буква, из буквы – слово. Слово в предложение, абзац. И так страница за страницей мы листаем нашу жизнь. И вот следующие совместные ваши годы, они еще не совсем заполнены яркими событиями. Я желаю вам, чтобы ваша точка планов, начинаний и мечтаний всегда оживала.